Поджог или механическая неисправность? Сегодня ночью загорелся кроссовер марки «Черри», припаркованный у дома номер 68 по проспекту Ленина. По словам очевидцев, в данном ЧП есть виновник, который умышленно решил насолить хозяину авто. Жители считают, причиной может быть дележка парковочного места, поскольку владелец испорченного имущества поселился в этом доме не так давно. К тому же камера видеонаблюдения запечатлела, как неизвестный мужчина убегает с места происшествия в момент вспышки. А затем огонь моментально поглощает транспортное средство. Несмотря на оперативность огнеборцев, от передней части авто за считанные минуты осталась лишь груда металла. В 3 часа 49 минут поступило сообщение о том, что по улице Ленина горит автомобиль. На место пожара были отправлены силы и средства первого пожарно-спасательного отряда в количестве 1 единицы автотехники и 4 человек личного состава. По прибытию к месту вызова информация о пожаре подтвердилась. Происходило горение моторной части автомобиля. Пожар был ликвидирован, пострадавших и травмированных нет. Совпадение ли, что мужчина оказался там рядом, или он действительно причастен к преступлению, остается лишь гадать. В свою очередь хочется поблагодарить огнеборцев за их добросовестный и нелегкий труд.